Привет! Сегодняшнее видео о покупочках в фикс-прайсе. Заехала я и туда наконец-то, но все вы знаете, что за салфетками. Я очень люблю эти салфетки и поэтому забежала. Купила себе вот эти для интимной гигиены и вот эти синенькие антибактериальные. Салфетки влажные, 50 штук. Не содержит спирт, нейтрализует бактерии, содержит витамин Е для смягчения и увлажнения кожи рук. Деликатно очищает, сохраняя естественный баланс. Бесспиртно, нежный уход. Здесь 30. В общем, всего за 43 рубля получается 60. Дальше не знаю, что и как. Я купила кашу овсяную. Заболела, и желудок у меня болит. Поэтому не знаю, но что-то как-то за 43 рубля. Видите, вот какие бывают экзотические фрукты я взяла. Здесь бывает клубника и фруктовые ассорти. Я к тому, что качество какое будет. Вот это меня страшит в этом магазине. Поэтому, в принципе, не знаю, какая она должна быть. Вот они, фрукты. А то у меня сейчас такое состояние с пищеварением, что я даже глотать пищу толком не могу кушать. Поэтому я не знаю, что и как. Заболела. Чудо взяла тоже. В этот раз шоколадный, по-моему. Да, шоколадный прихватила. Потом такие интересные ликерные коллекции Малибу конфетки. Вот так они выглядят. Я не знаю. Вот таким, как они выглядят. Взяла себе ручки. Хотела в Эйвоне заказать. Мне нужны были вот с таким вот отрывающимся как бы наклеечкой такой. Подчеркивать. Вот. Маркер, текстовыводитель, диспенсер с клейкими закладками. В одном корпусе поворотный защитный колпачок. Удобный помощник в работе и учебе. В Эйвоне он очень как бы дорого стоит. А здесь 2,43. Думаю, что нормально будет. Муж себе машину купил. Ёжика протирать. Этот капот, наверное. Не ставлю. Ну, наверное, скорее всего. Прикольно надо домой тоже такое взять. Тряпочка для автомобиля. Даже как и написано. А вот фары, смотрите, они используются для мытья и полировки различных поверхностей. Не оставляет разводов и ворса. Московская область, Химки. Москва делает. Далее я взяла мыло. Вот такое. Мотивы испанского фламенко. Бережное очищение, увлажнение, жидкое мыло. Мыло всегда нужно. И оно очень большое было. Самое большое было там 800 мл. Вот. Делают у нас. Ну, конечно, все здесь пипец, все вредно. Делает Россия. Написано, что делает Россия. Далее нож уже раскрыли. Это нож рыба. На рыбалку брать. Ну, вот какой-то он. А, мы его уже этовали. Ну, воду. Так, это что, он закрывается? Вот такой, значит, рыбацкий нож. Рыбка, не знаю. Я себе опять взяла кашу, это каша перловая с говядиной, думаю, сейчас покушаю, пока хвораю, мне пойдет 2 по 43, и у нас остается всего ничего, это одна, это вот пиво, он себе взял, я очень люблю все это, мне просто сейчас не получается как бы это все усваивать, я давлюсь, и это у нас, что у нас это... Корюшка вяленая, да. Вот 43 рубля одна стоит. Вяликова сделана в России. Вот и все. Зашли. Ну, честно, я что-то как-то... Можно было и больше взять, но... Можно как-нибудь потом еще зайдем. Много чего можно, конечно, взять, но как-то... Это у нас сегодня 14 марта. 15-й год. Забежала за салфетками. Всем пока-пока.